Привет, друзья! Мы сегодня с Никой покажем вам, как сделать иллюстрацию. Даже не то, что сделать иллюстрацию, а покажем, как можно делать человечков. Я просто не записала эфир на YouTube, который был раньше. Да, ну ты скажи привет хотя бы. И сегодня мы вместе с Никой попробуем сделать этого человечка из пластилина. Дело в том, что делая модели из пластилина для иллюстрации, мы немножечко упрощаем работу, особенно вот с такими маленькими художниками. И сейчас попробуем с Никой что-то сделать. Просто тогда иллюстрация, то есть процесс иллюстрирования какой-то сказки, придумывания истории превращается в игру. Да, игра – это интересно, это весело. И мы сейчас с Никой поиграем вместе с вами. И что нам понадобится? Вот я уже подготовила пластилин. Сейчас мы переключим экран на стол. Пластилин у меня из инструментов только такой пластиковый нож. Из набора пластилин будет вот такой. И с Никой мы попробуем делать фигурки, которые будут моделью вашей иллюстрации. Вот да, там сейчас мы покажем все, расскажем. Да, ты мне будешь просто помогать. Ну вот, так что я сейчас быстренько выхожу и включаю на стол, чтобы у нас не было движения в кадре лишних. Мы подготовили. А вот и визовый. Да, Ника уже лепит активным пластилином, а я хочу рассказать вам то, что когда мы делаем иллюстрацию, да, а в любой иллюстрации есть действующие герои. И интересно, когда действующие герои не просто стоят. Так вот, допустим, в сказке Иры... Ник, подожди, не мешай мне. В сказке Иры Бова есть много действующих героев. Там и животные, и дедушка, и собаки, и кошки. Они всех разных цветов. И представляете, сколько можно всего сделать. Но не интересно, когда они просто стоят. Ну, в принципе, там они могут стоять, да, потому что у дедушки мало ли что они там могут делать, у дедушки эти разноцветные кошки, собаки или, ну, или кто-то еще. И представить их можно совершенно по-разному. Мне нравится, когда в иллюстрации, в картинках, да, в книжных картинках есть движение. Тебе же нравится? Вот смотри, вот здесь вот сразу интересно, тетя бежит, за ней мышки с вилками, и интересно, что происходит, да, даже прочитать их хочется, что же там такое, да, а вот здесь, посмотри, какая важная курица, причем ее одели, сразу видно, что это мама, она выгуливает своих цыпляток, посмотри, как гордо она идет, и вот смотрите, ваш рисунок должен о чем-то рассказывать. Да, подожди. А для того, чтобы он рассказывал, чтобы герои ваши были такие двигающиеся, да, чтобы иллюстрация ваша была живая. А вот ты вырезалась. Подожди, Ник. Я предлагаю сначала полепить этих героев, слепить и выложить их в какую-нибудь композицию, чтобы у них двигались руки, ноги, чтобы было интересно на нашей картинке. И я давай напомню сказку, да, которую нам Ира рассказала. Начнем мы, наверное, сначала со сказки, потому что в сказке там есть много героев. У моего дедушки в селе была собака. Она была черная. У его дедушки собака была белая. Еще бывают собаки оранжевые, коричневые. Ой, нет, оранжевых собак не бывает. Есть рыжие. Бывают оранжевые собаки, Ник? Нет. Рыжие, да? А еще у него была корова. Они бывают черные, коричневые, серые, белые. А у его дедушки была рябая, черная с белыми пятнышками. И кошка. Кошки бывают белыми, черными, серыми, коричневыми, оранжевыми. Нет, оранжевых кошек не бывает. Бывает! Они бывают рыжие. Я даже знаю здесь, вот как. Смотри, какие. Вот тут как раз на картинке коты сидят. Смотри, они какие разные. Угу. Да? Ну вообще, оранжевыми кошек не называют. Называют рыжими. Ага. А еще черные с белым или белые с черным. Есть тут такие? Вон сколько тут зверюшек разных. Бегут. И какие они тогда? Черно-белые или бело-черные? Кто знает? Только бы не оранжевые.
Но бабушки. А твои кошки могут быть зелеными, синими? Могут быть твои кошки зелеными, синими? Нет. Нет? Ты знаешь, а мне кажется, могут, потому что ты часто любишь делать совершенно радужными цветами своих героев, да? И красными, а вот собаки нет, только черными. И никакого оранжевого. Но это на самом деле... Мама, это что похоже? Для каждого по-своему. Вот такая сказка от Иры Бова. И мы можем ее сейчас попробовать проиллюстрировать. Смотри. Снеговичок. Кто в этой сказке есть? Дедушка, да? У которого есть вот все эти зверюшки. И давай посмотрим, какие бывают кошки. Ну, во-первых, кошки... Куча! Подожди. У твоей бабушки, Ник, в деревне какие кошки? Вспоминай. Вот Ира рассказала про своего дедушку, у которого есть собака или кошка, да? А у дедушки тоже есть дедушка, у которого тоже есть собака или кошка. Какого цвета они? Разного могут быть. А у твоей бабушки какого цвета кошки? Расскажи, вспомни. Помнишь? Я не могу. Не можешь вспомнить? Ну вот у меня есть маленькая фотография бабушкиного котенка. Какого он цвета? Вот. Да. Какого? У него лапки какие? Белые. Белые. А полосочки какого цвета? Черные? Нет, коричневые. Коричневые. А вот тут даже на солнышке он... Оранжевым светится или рыжим? Рыжим. Рыжим, потому что вот он еще этот же котенок, он немножко в другую сторону смотрит. Вот такой он разноцветный, поэтому кошечка у вас может быть совершенно разной. А, кстати, кошку мы уже с вами рисовали в одном из уроков, когда мы делали иллюстрацию с Инной, да? Нет, не с Инной. Вот мы рисовали такую кошечку. Помнишь, мы с тобой вместе делали светящуюся кошечку? А ведь ее можно сделать и черной, да? И серой, да? А вокруг, а можно сделать вот так из бумажек деревянный, да, деревенский домик. Можно сделать так из бумажек вырезать, да? Да, или вот такой, вон там тоже кошка черная на дальнем плане, да? А у кого там, ну-ка, я что-то по тексту нужно сравниться. Кто же там у дедушки был? Собака. Корова. Да? Корову мы тоже можем нарисовать. Но только мы, наверное, все не успеем слепить и нарисовать. А давай мы слепим с тобой сначала кошку. Ты умеешь ведь кошку делать. И совершенно любого цвета. Да? Выбирай тот цвет, который тебе нравится. Кстати, когда вы рисуете кошек, собак или коров, или кого угодно. Или акулу. Я просто хочу предложить, ну, просто показать, какой может быть акула. Ведь скучно рисовать просто одного цвета, да? И акулу можно нарисовать в цветочек вот с таким вот орнаментом. А откуда взять вдохновение? Ну, так сфотографировать какую-нибудь игрушку и украсить ее, и получится у тебя акула с орнаментом. А потом ты, когда будешь рисовать, можно эту акулу нарисовать всю в цветочках, в бусинках и так далее. И будет она у тебя совершенно сказочная, необычная, да? А может, мы и кошку такую нарисуем, сказочную, необычную? И сердечко, и да. А еще... Просто хочу как пример, да, откуда берутся идеи у иллюстраторов. Да откуда угодно. Вот я сфотографировала Никин паровоз, который Ника слепила из конструктора. А какой он необычный получился. Вот, кстати, в японских мультиках, когда делают дома шагающие на ногах, какие-то огромные, сказочные, куда внутрь попадаешь, и там вообще непонятно, что творится. Так вот, пожалуйста, вот сюжет новой сказки может быть, да? А какая может быть иллюстрация? Дом, многоэтажный паровоз с какими-нибудь антеннами и жителями совершенно разными. Это может быть твоя... Букашка-паровоз. Что ты? Букашка-паровоз?
Да, с совершенно разными жителями. Вон там вон девочка, а здесь маленький леопард живет на нижнем этаже. Так вот, ну не будем отвлекаться от кошек. Давайте мы полепим сначала с вами кошек, а может быть и дедушку, у которого были эти кошки, коровы и собаки разных цветов. Мы уже с вами посмотрели, да, что вот тут одетые кошечки и собачки. Вот они все с зонтиками. А вот еще акула, кстати. Сейчас мы еще найдем животных. Мы на них поглядим сначала, а потом будем лепить. А вот это тот, который не оранжевый, а рыжий кот. Смотрите, тут он дерется. Кстати, у дедушки в деревне они могут не просто сидеть, они же могут что-то делать. Мы когда историю придумываем, нужно же, чтобы история была интересной, правда? И что наши коты будут делать? Они могут драться между собой. Один кот может быть тонкий, второй может быть толстый. Один может залезть на дерево, а дерево мы ему нарисуем. Да? Давайте придумывать уже. Не будем отвлекаться на болтовню. Берем подстилочку и лепим кота сначала. А, еще расскажу вам про пластилин. Смотрите, какой у нас пластилин. Мы его подготовили. Пластилин-то у нас самый обычный. Вот такой. Ну, как обычный пластилин. Мне нравится именно этот, потому что он мягкий. Его не нужно никак подготавливать, не надо разогревать его сразу. Можно брать или пить, и Ника с ним легко справляется. Мы его разрезали на кусочки. А здесь у нас пластилин, который... Вот, допустим, цвета уже смешанные. Вы можете раскатать в колбаску, опять нарезать на кусочки, он у вас вот в таком приличном виде будет. С ним интереснее даже работать, да? И цвета можно намешать уже такие более сложные. Вот этот Николай спрашивал, где у нас, как это, бирюзовый цвет. Вот у нас бирюзовый цвет получился, когда мы смешали зеленый и голубой, и белого немножко. Ну что, вот. Какого цвета у нас? Да, вот Ника намешала. У дедушки в деревне какого цвета коты? А у тебя, у бабушки в деревне, какого цвета коты? Мы будем делать с тобой иллюстрацию? Сначала сделаем кота. Ну, давай вспомним, что у кота есть. Какие части тела? У кота есть... Ноги. Ноги. Ноги – это палочки. Так какого цвета кот? Давай сначала решим. Ник? Вот, давай. Такого и вот такого. Ты хочешь голубого кота? Вот вам, пожалуйста. А у Ники кот будет голубым. Ну так бери. Тогда для кота нам нужно туловище. А туловище это будет комочек. Ну, мой кот будет все-таки оранжевым. Ну или рыжим, да? Я его могу потом сделать полосатым. Для туловища я сделаю самый большой комочек. И скатаю его. Вот так вот. Слепила много комочков, много кусочков пластилина и скатаю. Скатаю. Получилось у меня, смотри, Ник, туловище, колбаска, толстенькая. А ты сделаешь? Ты можешь вот здесь катать. Давай тебя подвину поближе, чтобы видно было, что ты катаешь. А у меня уже есть толстенькая колбаска. Котик может быть толстеньким, а может быть худеньким, да? Еще у кота есть голова. Ты уже сделала? Клади свою колбаску. Давай, у кота есть голова. И это у меня будет вот такая, такой шарик, смотри. А у тебя какого цвета будет голова у кота? Наверное, такого же, как туловище, или другого? Ты сделаешь одного цвета все-таки кота? Или одного, да. Ну, хорошо. Ну-ка покажи, на тебе еще комочек, да, он будет побольше немножко. И я скатаю поровнее просто комочек, покатаю его и положу вот здесь рядом. А посмотри, у кота есть туловище, не туловище, а шея, да? Где-то. Но это, смотри, это совсем без шеи получается. А нужно небольшой кусочек вставить, чтобы шея была, да? Давай вставим шею. Следите за тем, сколько у нас частей тела у животного, да? Шея у всех животных есть? Я думаю, что у всех. Смотрите, это маленькая колбаска, которую я прилеплю и соединю туловище с головой. Вот у кота
шея не очень большая, да? Смотрите, у меня туловище с головой слепилось. А потом я кое-что еще сделаю. Я сделаю большой комок и раскатаю его. У тебя шея и голова получились? Покажи. Шея – это колбаска не очень длинная, но толстенькая, да? У человека, кстати, тоже колбаска, шея толстенькая, да? А я катаю колбаску. Ты шею делаешь? Ну, давай, прилепляй. Мы лежащую кошечку такую. Так. Кстати, вот Ника делает объемную кошечку, которая вот так стоит, а я буду делать плоскую кошечку, которая лежит на боку. Ты можешь свою кошечку тоже положить на бок, да? Вот. И возьми комочек теперь для лапок. Давай мы соберем тебе лапки для лапок. А чтобы сделать лапки, нам нужно колбаску сделать, скатать длинную колбаску одну, а потом мы ее разрежем на кусочки. Кстати, катать можно карточкой. Все трясется. Катать можно карточкой, тогда ваша колбаска будет ровненькой. Ну, только на нее нажимаете, да, и катаете. Нажимаете и катаете. А потом мы поиграем с вашими кошками и историю сделаем живой. Как в мультике, да, чтобы ваши герои не просто стояли. А вот и дедушку можем, кстати, сделать, у которого была эта кошка. А как мы можем ее сделать? Как будто кошка подошла к дедушке, наклонила голову и трется о его ногу. Вот. А цвет она может быть любого, как в сказке у Иры Бова. Знаете что? У меня вот, ну, кстати, толстенькие ножки тоже получаются. У кошки сколько ног, Ник? Ну-ка покажи, как там твоя колбаска раскатывается. Не очень, да? Нужно посильнее нажать. Давай вот так вот. Сама, да? Ну ладно. Ты давай сама катай, а я потихонечку свою колбаску катаю. Так. Еще чуть-чуть покатаю. Нам у кошки 4 ноги, я вам сразу подскажу, да? И еще один длинный хвост. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Ой. Так, а теперь я разделю колбаску на 4 части. Ног-то 4, правда? Раз, два. Сначала разделила пополам, потом каждую половинку тоже пополам. И прилеплю нашей кошечке одну ножку, вторую ножку вниз, да? Третью ножку и четвертую ножку. Покажи, мам. Вот, смотри. О. Ножки у кошечки не очень длинные, мам, получились. Мам. Ну, подожди. Поставь ее на ножки. Но если я ее поставлю на ножки, то ее не будет удобно видно, потому что сверху будут смотреть, да? Я ее вот так на боку положу, на бок положу. И кошечка моя может ходить. Вот так вот она согнула лапку и пошла. Вообще похоже уже на лошадку даже немножко. Давай вытянем немножечко ей мордочку. Мам, а я еще, знаешь, что можно сделать? Вытянуть ей ушки. Смотрите, у кошки же ушки, а из пластилина легко их вытянуть. Такие два треугольничка. Я отщипнула просто. А я делаю лошадку. Кошка не будет? Кстати, у кошки немножко подлиннее туловище. Я сейчас вот так я вот... Я не буду делать кошку и лошадку. Ты будешь лошадку делать? Ну, сейчас у меня будет кошка. У меня вот такая... Стройная кошка получилась с ушками большими и лапками. А, еще у кошки моей не хватает, знаешь чего? Смотрите, ножки я немножко согнула. Еще у моей кошки не хватает хвоста. Я сделала... Колбаса какая!
Получилось, Ник. Можно, знаешь, мама, сейчас. Еще тоньше. У тебя этой колбаски хватит не только на ноги, но и на хвост. Ты вот этот кусочек отрежь, это будет, отрежь маленький кусочек, это будет хвост. Сразу его можно прилепить. Не-не, побольше, побольше, побольше. Да, так. И лепи. Лепи, смотри, где будет хвост. Вот у моей кошечки хвост будет вот здесь. Вот какая, какой у меня, нет, наверх, смотри. У кошечки хвостик наверх будет торчать, ну или вниз, вот так вот, как ты решишь. Ну, к туловищу ты его прислоняешь. Ну, так. Вот какая кошка у меня получилась. Да? А у меня лошадка. А может быть и корову сделаем? А я хочу лошадку. Лошадку? Ну, вот так вот, да, иллюстрировали. Ну, у дедушки в деревне может быть и лошадь. Запросто, да? Смотри, Ник, вот колбаска у тебя очень толстая. Покатай ее еще немножко. Потому что у кошки не очень толстые лапы, да? Самые толстые лапы, мне кажется, у слона или у бегемота. Вот эту часть тоже можно потоньше сделать. И вот эту. И вот эту. Ну, отрежь вот этот кусочек коротенький, потому что... Да я знаю! Ну ладно, дели на две части пополам. Где половина? Серединка. Серединку колбаски будет. Я знаю. Давай, дели пополам. А теперь каждый вот этот кусочек еще пополам. Посерединке здесь. И посерединке здесь. У тебя история будет про кошку и лошадь? Угу. А дедушка у нас будет в деревне или бабушка? Бабушка. Бабушка? Ну вот так. И куда мы приставим? Смотри, раз, два, две лапки спереди и две лапки сзади, да? Две лапки под шеей с головой. Ну ты их прям прилепи, подними и прям смотри, как я. Я тебе одну покажу только, можно? Смотри, нажала вот так. И сюда еще одну нажмешь, давай. И сзади прилепишь две лапки. Только ты держи вот здесь вот. Тебе будет удобнее. И можно чуть-чуть пригладить пальчиком вот это место. Да, вот так вот. Нет, ты приглаживай то место, куда прилепляешь ножку, где соединяешь ножку с туловищем. Да, все. Теперь две лапки еще. И как она, кошечка, идет? Смотри, когда кошечка идет, она может поднять лапку. А если она подходит к человеку, она может лапку поднять и вот так встать на задние лапки, да? И хвостик может поднять вверх кошечка, а может быть даже голову вот так вот задрать. Мяу сказать кошечка может. Да? Смотри, как она. Если вот здесь бы стоял человек. А знаете... Я вам хотела еще вот кое-что показать. Это я хотела и отдельным видео сделать, но покажу сейчас, потому что это уж очень удобно. У меня есть вот такие модели. И это модель человека, и есть модель животного. С помощью этой модели вы можете выкладывать любые позы. Вот наша кошка, которая подошла к человеку. Она подняла лапку, да, вот он стоит вот здесь вот рядышком с ней. Она подняла лапку, чтобы человек ее погладил. Может быть, это будет тот самый дедушка, да? Вот кошка к нему подошла, встала на задние лапки, хвостик наверх подняла. Вот такая, ну, наша кошечка, да, вот так вот она подошла к человеку. И смотрите. У меня вторая лапка не получается. Вторая лапка не получается? Давай просто поднимем. И куда нам ее прилепить нужно? Вот сюда. Давай, вставляй ее сюда. Просто можно перевернуть. Ведь твою фигурку можно вращать, правда? Да, и прижать сюда, погладь вот здесь вот. Смотри, пальчиком примазывай. Вот, видишь? Все получается. И кошечка может... А, ушки, ушки, смотри, вот здесь. Вот... Нет, это не кошка, это... лошадка. Это лошадка будет? У лошадки не такой хвост, давай мы лошадь сделаем с тобой другую. Стоит уже. Смотри, и мы же ее можем потом нарисовать. Можешь вытянуть такое же ухо? Вот видишь, я одно ушко вытянула, а ты второе вытягивай. Так. Получается. Вот она, наша кошечка. И смотрите. Нет, это
кошка, я там единорог. Единорог? Ну ладно, если вдруг у вас идея пошла вот так вот, да, и кошка превратилась в единорога, а у нас у детей может быть все что угодно, да? Ну, тогда ему нужно будет рог. И если вы хотите свою кошку превратить в единорога, давайте. Мы делаем так. Ушки делаем чуть-чуть, мордочку у единорога чуть-чуть вытягиваем. Вот так. Хвост можно расплющить, потому что у единорога хвостик вот такой вот, да. Пушистый. А сюда, смотри, расплющ хвостик, смотри, видишь? И ножки можно вытянуть подлиннее, сделать вот так вот, приплюснуть. И тогда это будет... Сейчас уже на лису похоже, но сейчас будет единорог. Вот видите, как легко превратить одно животное в другое. А потому что они похожи все. И у кошек, и у единорогов ножки передние потоньше, задние вот в верхней части потолще. И у кошки, и у единорогов есть ушки. Просто у единорога мордочка немножечко потолще, да, вот такая вот. Сейчас мы сделаем. Вот превращается у нас кошка в единорога, не хватает только рога какого-нибудь золотого. Сейчас, а рог мы делаем так. Делаем колбаску, которую скатываем, как морковочка, да? Нам нужно просто... катать, с одной стороны нажимая на эту колбаску, и получится у нас рог у единорога. Но это очень длинный рог получился. Сейчас еще покороче сделаем. Длиннее и короче вы уже регулируете сами. Прилепляем рог. Добавляем гриву. Ну как там? Морду вытяни единорогу. Единорогу морду вытяни. Да, вот так вот. Тум-тум. Ну вот смотрите, у Ники тоже получился рог. А где рог? Смотри, делаешь такую маленькую колбаску и прилепляешь поближе к ушам, да? Он будет, рог будет вот здесь вот, на лбу, а лоб у лошадки ближе к ушкам. И что мы еще делаем? Гриву. А гриву мы вот так вот налепляем колбасочки, такие лепешечки. А можно даже ему цветную гриву сделать. У меня оранжевый единорог получился. А у меня есть... А у меня единорог. Посмотрите, какой получился. А ты боком его покажи, потому что так не видно. Вот так, да. Смотрите. Ну и гриву можно разноцветную делать. Я делаю вот такую колбаску, лепешечку. О, какой у тебя длинный рог у твоего единорога. Вот это да. Ну тоже хорошо. А гриву-то смотри. Смотри, как я делаю гриву. Колбаску. Расплющила ее и прилепила к тому месту, где у лошадки растет грива. К шее или на лоб тоже, там челочка у нее. А знаете, как сделать светло-голубой? Вот у меня есть синий и белый. Я смешаю два цвета. Получается голубой. И вы так можете попробовать смешивать цвета и оттенки и сделать из разных оттенков гриву единорога. Ира, твоя сказка превратилась в сказку про единорога. Вот так у нас бывает. И там еще много единорогов куча. А хвост-то можно и тоже... И Мия. И Мия. Да, это вот по мотивам мультика получается у нас иллюстрация. Ира, ну не переживай, мы тебе все-таки сделаем иллюстрацию к твоей сказке. Когда немножечко переболеем единорогами. Да, переболеем. А, ну еще гриву можно вот так, что-то у меня он какой-то... Кстати, гриву можно еще вот так вот полосочками, хопс, сделать полосочки. И вот тут вот челочку тоже разделить на кусочки. Ну, вот какой... Ну-ка. Показывай. А посмотрите, какой единорог у Ники. А вот такой единорог у меня. Да, вот можно мордочку еще чуть-чуть вот так вот изменить.
Хвостик можно еще цветным сделать. Ты можешь к хвостику приделать еще какой-то другой цвет. Колбаску катаем. Это глазик. Большой. Ну, оставь такой, пусть будет. Глазки маленькие. Ник, не делай такой прям большой шар. Меньше он будет. Да? Ты посмотри, глазки меньше ведь, чем морда. У тебя может получиться даже больше. И вот так полосочки можно сделать разные. Но только полосочки для хвоста и для гривы должны быть тоньше, чем ноги. Ну-ка, положи. Вот такой у Ники получился единорог. А начинали мы сказку про дедушку, у которого в деревне были кошки, собаки и коровы разных цветов. И лошади. А, ну вот, и единороги у этого дедушки были, у Никиного, да? Ну ладно, я думаю, что мы на этом нашу сказку с Никой закончим, или будешь еще со мной рисовать по-другому. Теперь мы эту кошку или единорога нарисуем на бумаге. А знаешь как? А давай человечка. Я больше и не хочу рисовать. Не хочешь рисовать? А человечка слепим? Да. Да? Ну давай, тогда откладываем единорога в сторону и будем лепить человечка.